Всем привет! В этом видео рассмотрим 20 интересных автотоваров с AliExpress. Все ссылки, как всегда, вы найдете внизу описания, только от проверенных продавцов, а товар с хорошими отзывами. А если вам что-то понравилось и вы хотите приобрести, не забудьте вернуть часть денег при помощи кэшбэка с сервиса EPN. Итак, поехали! И открывает нашу двадцатку универсальный чехол, который сбережет ваш автомобиль от непогоды, посторонних глаз и какающих птиц. Оставь свой номер телефона, и в случае помехи тебе обязательно позвонят. Если вам некуда повешать пакет с продуктами и сумки, то такая удобная вешалка для вас. Крепко держится на подголовнике и разобьет ваши яйца из супермаркета. Нет штатного парктроника? Закажи и паркуйся там, где раньше боялся поцарапать свое авто. Даже бабушка справится с такой нелегкой задачей. Инвертор на 3000 Вт. Можно подключить ноутбук, холодильник или электрочайник. Даст энергию всем вашим приборам от автомобильной батареи. Вот такой недорогой алкотестер поможет сохранить ваши деньги и права. Погрешность данного прибора составляет 0,01. Механическое противоугонное устройство, принцип работы прост. С помощью замка, который идет в комплекте, застегивается на педаль и тем самым блокирует ее нажатием. Подсветка ног для поиска педалей. Есть несколько вариантов подсветки для создания настроения, работает от прикуривателя. Нескользящий коврик для телефона. Можно и кружку с кофе поставить, если сильно не гнать. Ну а если все-таки упало, то нам пригодится полотенце из микрофибры. Отлично впитывает влагу. Кстати, все ссылки на товар в описании. Их много не бывает. Чехлы для шин. Есть удобная ручка для транспортировки, а также обозначение, чтобы не перепутать, откуда какое колесо было снято. А это очень интересная вещица. Стержень для чистки металла от ржавчины и нагара. Смачивается холодной водой и очень легко очищает все хромированные детали, диски, в общем, любую металлическую поверхность. GPS-трекер, если не можешь вспомнить, где оставила машину после субботней вечеринки с друзьями. Светодиодные дневные ходовые огни, тебе не придется больше включать ближний свет днем и садить аккум. Далее у нас вот такие недорогие дополнительные поворотники в зеркала. Устанавливаются под зеркало и довольно неплохо выглядят. Номерная рамка с камерой заднего вида. Угол обзора 135 градусов. Для безопасной парковки есть встроенные парковочные линии. Вот такой маленький приборчик поможет при выборе автомобиля. Он позволяет измерить толщину краски и определить, в каких местах автомобиль перекрашивался. Я думаю, что у многих на автомобиле тускнеют фары. Вот такой комплект поможет все исправить. Включает в себя все необходимые насадки и пасты для полировки фар. И ваш автомобиль засветит по-новому. Далее у нас антидождь Аквапель. Это губка с ампулой внутри. Наносится на стекла, после чего оно отталкивает влагу и грязь. Следующий прибор помогает измерить содержание воды в тормозной жидкости. Показывает, стоит менять тормозную жидкость или же нет. Если содержание воды более 5%, то тормозная жидкость может закипеть, что приведет к потере тормозов. На этом у меня все. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Удачи вам и хорошего настроения!